Вот, произвожу распалубку блоков. Вот. Блок такой горячий. Через 12 часов, через 14. Что вот так он парит. Его руками трудно брать. Кстати, мазал эмульсолом, была чистая форма. Стал мазать подсолнечным маслом отходами. Вот, смотрите. Все в налете цемента. Обещал снять перемычки. Кстати, вот еще раз, как парит блок. Обещал снять перемычки. Вот перемычка в форме. Вот она в железной, как сказать, форме. Смесь одна и та же. Пальцем не то что продавливается, а взяться нельзя. Такая же смесь. Только в блоках. Вообще не продавится. Слышите? И теперь покажу на перемычке. Вот, оп, видите? Оп. Вот что значит разогревающий эффект. Блоки все парят. Вот еще две перемычки. Это залито позавчера. Это залито 2 дня назад. Вот когда мы ее брали, видно, на ней отпечаталась перчатка. Перемычка 2 метра 10 сантиметров. Мы сейчас их упакуем пленку. Повезем.